Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и этот ролик должен понравиться любителям снайперов, скорострелов, войнушек и просто чик-чик перестрелок с оружием. Сегодня моя команда из 10 человек сразится против команды из 10 человек другого молодого человека. Я не скажу, с кем я буду сражаться, но буквально через несколько минут ты сам уже все узнаешь. А ты напиши в комментах, хочешь ты видеть на моем канале больше перестрелушек всяких. И напиши, что именно, вот такую глобальную войну, скорострелы или снайперы. А я обязательно прочитаю твой коммент. Ну что? Чик-чик. Погнали! Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики наших каналов. Сегодня с вами снова я, Демастер, также снова еще Эдисон. Здорово всем, здорово, Демастер. Мы сегодня поиграем в битву на оружиях, команда на команду. У нас есть вот такие вот 18 добровольцев. Ну, у меня такой войны еще никогда не было, поэтому, в принципе, я готов. Как ты мне уже объяснил, убираем просто по очереди, да, и все. Да, ты можешь первый выбрать любого человека. Так, ладно, кто мне здесь больше всего нравится? Вот давай вот этого. Этот с короной мне сразу приглянулся. Давай. Это я тебе микроида взял? Ну, типа, только из-за этого. Так, я возьму себе Донха, своего сына. Дон, давай ты ко мне идешь в команду. Так, я за красную команду, ты за синюю, если что. Так, подожди. Тогда я буду... Подожди, этот бородач. Значит, я бородачей себе буду набирать. Вот ты давай, иди сюда. Ага, хорошо. Так, кого бы я себе возьму? Я, наверное, себе возьму Конора, смотри, из Детройта. Он вроде бы умеет с оружием обращаться. Ну ты-то знаешь, кто здесь нормально играет. Так, подожди, я смотрю несколько твоих серий. Ага, да-да-да-да-да. Я не знаю, кто из них нормально стреляет. Ну вот этот выглядит как мафия, поэтому вот этого возьму. Давай, иди сюда. Этого возьмешь? Но он вроде нормально играл. Я себе возьму Сайлент Гоблина, потому что он вроде нормально играл. Все, больше нигде не знаю, кто мог нормально играть в это. Геймер! Возьму геймера только потому, что он геймер, значит, умеет играть. Хорошо, я возьму Кириллу, это из моей бургерной, давай Кириллу сюда. Так, подожди. А я возьму вот этот. Слишком какой-то активный, ходит туда-сюда. Нептун, это актер, учится на актера, представляешь, да, прям учится. А, значит, не стрелок, да? Так, да, Зайка, давай ко мне. Зайку. Додо пицца. Иди сюда. Додо пицца, хочешь себе пиццу заказать, да, я так понимаю? Ну, сотрудник как-никак. Так, а вот этот тоже официальный чувак, ты его хочешь забрать, я знаю, поэтому я себе заберу Альдемона, давай к нам. Так, я тогда возьму вот этого. Идз Газяка Чик. У него стрим, у него алмаз просто в груди. Так, хорошо, я возьму себе Аксиуба. Аксиуба, так, здесь у нас Пашок, Овл, давай вот этого. Миппи. Это какая-то девочка вроде. Девочка? А может быть, не знаю, видишь, у него какие-то там цветочки. Так, да, я возьму, но из этих двух я знаю хорошо Пашка, он мне бутылки продавал, покупал, вернее, поэтому Пашка, пойдем за мной. Ну, как бы здесь у меня ничего не остается, поэтому давай за меня. Да, красного, да, он слегка вампир, да. Боевой рассвет. Сидит, вот здесь рядом, какая команда? А вы можете, в принципе, бежать на ту сторону, пока вас не портнули. Вы ровно вот на противоположную, вот туда вот. А, бежим. Там будет ваша... По карте раскиданы сундуки с оружием, правильно? Вот, если убивают кого-то три раза, он выходит с сервера. Ну, мы с тобой просто в гейм-мод 3 уходим, правильно? Вот. Собираемся на первом этаже, все на первый этаж нашей постройки. Ну все, можем давать отчет и уже начинать. Ты готов? Давай, я готов. Три смерти, значит, да? Да, давай. Раз, два, три. Поехали. Поехали. Так, давай. Игра начинается. Наверх так. Сюда. Давай, Дэм, сделаем так. Ты сразу не найдешь там снайперку, пожалуйста? Я не знаю. Или ты уже дошел? Я нашел пока, ну да, что-то похоже на снайперку на самом деле. Ну хорошо, я сейчас в таком открытом месте. Ох ты, нифига, кого-то из ваших уже вижу. Кого-то из ваших уже вижу сейчас. Ну я тоже как бы в открытом месте, поэтому меня также очень просто. Мой сундук! Не трогай! Так, это вроде мои пацаны. Опа! Нашел снайперку! Нашел снайперку? Где ты ее нашел? Ты что? Блин! Да в смысле? Просто на голову я нашел прилетел! Я нашел снайперку! Для нее все патроны с нулем патронов. Лол, я без снайперки в итоге. Я стою целью, стреляю его пацана, у меня просто ноль патронов по-моему. Чё за фигня, я все еще без оружия к этой минуте, ё-моё. А чё он не отображается, скорборд? Кстати, не знаю, почему скорборд не отображается. Ну все, ребята, сами только честно, кто умер там два, а кто-то три раза, выходим, все, ну так будет честно. Да пицца, ты чё ливнул-то? Все, видимо, его уже убили. Три раза убили так быстро? Хотя, возможно, у него вылетело. Я же тебе говорил, баг существует, поэтому аккуратнее. Видишь, одного вылетело, значит, есть такая возможность, так что делай, как я тебе говорил. Золотал, а кто? Я просто сейчас в своих могу стрелять, да и все, не знаю, кто закрыл. Не, ты меня не дамажишь, Да-да-да, я снайперку без патронов нашел, поэтому мне вообще плохо. Ага. Мне просто сразу вначале на голову граната прилетела, я даже ничего не успел сделать. Так, одного убил твоего. Показал ему, кто в доме хозяин. Поподлагал. Оп, твои тоже наших, смотри, убивают. Опа! Ну минус один сделал, хотя бы. Хотя бы, хорошо, красавчик.
Ну знаешь, я просто не участвовал никогда в такой глобальной войне, у меня там в сериях там 5 человек максимум, а не 20. Ну ты как бы зови, если что, я соберу хоть 50 человек, можно хоть битву на 50 человек устроить. Это мой, извини, чувак, сорян, пардон. Вот, видишь, мой тоже уже вышел, потому что что-то случилось. Опа! Опа! Здорово! Со снайперкой, да. Пошел! Не убил. Хорошо. Это мой, не мой, ты мой чу... Чувак, а, бородач мой, значит. Вижу твоего чела, но не могу по нему попасть, он какой-то в лагерь. Ты какого-то лагеря себе в команду взял, по нему невозможно попасть. Опа! Еще минус один. Коннора убил твоего. Коннора убил? Ты что, из Детройта? У меня бы тоже снайпер не было, но патронов к ней нет. Здесь, да, мне тебе, да, немножко повезло. Так, это кто? Это мой, не мой чувак. Это походу не мой. Так, патроны кончились. Все, дым, у меня патроны кончились. Да. На снайперку патроны кончились. Ты что, меня гранату бросил? А, вижу тебя, вижу. Бам, тебя гранаты вообще убили. Аккуратно, не забывай. Хорошо, про тактику. Хорошо. Так, ну меня так убили вроде два раза. Два раза тебя убили? Меня пока только ты один раз убил, и все. И все? Я просто прятался и крысился, понимаешь? Ну ладно, хорошо. А, это не свой, Жики, это не свой! Офигеть! Да я время думал, в смысле? Все, я три раза умер! Я думал, что это... Ты три раза умер уже? Да. Ладно, давай еще одну жизнь, ты все-таки первый раз играешь, но тебе было не больше. Спасибо, ну это хотя бы да. Братская фора, понимаешь, как бы это... Я когда первый раз играл, тоже постоянно дох, поэтому у меня-то уже есть опыт, у меня тут закаленные бойцы, сам понимаешь. Опа, еще одного убил. Ну да, у вас тут уже как бы на тренинг. Просто мне в лицо прилетела сразу граната на спавне. Я даже выйти, спав... это все, это не считается за смерть, как бы, но спавн... А, это не считается? Ну да, если тебе на спавн закинули гранату, это неправильно. Ну вот, можешь посмотреть, у меня там спавн даже взорвался полностью весь. Мне кто-то гранату из своих под ноги кинул. Чувак, ты мой, не мой, я не знаю! Просто стреляй по ним, даже если не знаешь. Так, ну его здесь вырубили, поэтому у меня здесь нормальное место. Опа, чувак, здорово! Минус один! Так, а это что за снайпер сидит там? Это походу я, не знаю. Не, это мой снайпер сидит. Это твой снайпер. А снизу там бегать, мой не мой, очень тяжело понять, мой не мой. Минус. Надо, короче, будет, знаешь, что сказать им в будущем? Сделать, короче, просто всем красные скины и синие скины. Так будет проще. Как тебе такая идея? Да. Слушай, я на самом деле бы считал, сколько я киллов сделал, но мне кажется, киллов 6-7. Ты сколько? Я, наверное, примерно так же, потому что поначалу не убивал. Опа! Опа. Эдисон, привет! Ты где? Ты, подожди! Успокойся, Адам! Успокойся! Ладно, хорошо. Ля, смотри, как разошелся. Сейчас, дай, я отбегу куда-то. Твой тебе это закончить патроном, почти меня убил, и это, пошел мне рукой убивать. Рукой? Да, но я его скинул, тоже не смог убить. На второй этаж. Подожди, Дэм, а ты где вообще был? А, вижу. Видишь, что? Я был над тобой прямо стоял, я не знаю, как тебя не убил. Ты какое-то малодамажащее оружие, походу. Да, ты мне одно сердечко просто оставил. Ну, накину гранатку, пожалуй, как ты знаешь, где ты можешь быть. Туда вот гранатку зашвырну, может, там. А, вот где я был. Нет, не знаю. А, ты где был? Наверху был. Ты что, меня снайперки убил? Да. Ты что, снайперку еще одну нашел? Да нет, у меня просто здесь патронов 3 стака было. И еще патроны к ним? Да ё-мо, у него снайперка, ребят, убиваем его, наших меньше. Твоих больше, наших меньше, у тебя еще снайпер. Меньше? А, так подожди, ёхрубай, сколько там? Там еще 5 человек у вас, да? У меня 6. Да, ты там открой, видишь, как бы, мы проигрываем вообще. Фу, так, значит, у меня есть одна бонусная смерть или нет? Ну да, типа у тебя жизнь там его. Ну тогда, получается, меня убили 2 раза. Потому что один раз на спавне это не считается. Да, все верно. Минус один, минус второй. Сейчас бы знать, откуда ты еще стреляешь. Тебе все скажи. Так, где ты там стреляешь из своей снайперки, поганой? Да вот я сам не знаю, где я стреляю, я не знаю, где ты. Как вы на эти самолеты вообще забирались? Как мне туда забраться? Мне бы куда-нибудь спрятаться. На эти самолеты, там же есть на них проходы всякие разные. Вижу. Так, надеюсь, тебя сейчас что-нибудь вырубит. Ну я тоже на это очень сильно надеюсь. Но... А зачем мне твоя базука, боже? У меня пока нормальное место, меня здесь все устраивает. Мне бы знать, где ты, кто бы тебя вырвал, ты сам сейчас самый опасный у него, что у тебя есть снайперка. О-о-о-о, это ты мой, не мой, чуваки! Это ты мой? Мой? Ты-то всех лицо знаешь, я тут каждый раз обсираюсь, когда кого-то вижу. Не, я сам не знаю, кто за тебя, кто за против меня, тоже по всем постреливаю тут. Понятно. Где ты, Эдисон, где ты? Говори, да, не стесняйся. Да, я вот, короче, стою, подожди, чувак бежит, не попал. А если гранату? Когда тебе рядом со мной взорвется, значит ты в меня кидал гранату. Вроде не рядом со мной. Опа! Прям на гранату наступил.
Silent Go, минус видишь, он вливнул, то это уже стопудово. Ага. Смерть. Да где ты там бегаешь? Ты уже меня нашел, да? Нет, не нашел. Опа, ты мой? Мини-аид это мой. Ладно, я иду на твои поиски. На мои поиски? Я сам пытаюсь тебя найти, мне это страшно. У тебя один выстрел, я трогаю, мне нужно будет 20 минус... выстрелов сделать. Ты что, за всех моих поубиваешь? У них там только вроде, у меня только долг остался минус... жизни вроде. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще одного убил, еще одного убил. Капец, все наши умирали, все ваши убили всех наших. Опа, подожди, я сюда еще ни разу не забегал. А здесь, оказывается, можно забежать. Опа, здорово! А ты мой хуч, меня пугаешь. Водная катка. Водная катка, да. О, спасибо большое, чувак, на патроны. Да, он-то знает, я думал, это свой, лол, а он тут на меня напал. Какого фига? Так. У меня последняя жизнь, опасный момент. У тебя последняя жизнь. Вроде да, может нет, не знаю. Ну ладно, ладно, ладно. Меня где-то будут меня убил! Где ты был? Подожди, я в самолете. Я все, я тоже умер. Я сейчас гейм-мод 3 ухожу, гайми мода 3. Все, ребят, давайте устроим массовый замес. Бегите все это под самолет, там сражайтесь. Давай, 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 давай. Так, так, где я был? Я, короче, на самолет забрался. А ты что, ты не в гейм-моде 3, ты бегаешь и убиваешь наших, да? Ну ладно, я сейчас тоже туда зайду. Так, нет, подожди, подожди, подожди. Так у меня одна бонусная жизнь или нет? Так у тебя, получается, было, ты уже под все, и потом еще раз умер же, не? Ну, меня три раза убили, один раз не считается. Ладно. Четыре раза. Вот это третий раз был, если не считать на спине. Ну да, три раза, ну все, да, три раза убивают, все, конец игры. Окей, давай. Да, у тебя же три жизни, получается, два раза убивают, все, это, типа, и третий раз уже все. Ага. Бля, так, ну что, пацаны, наши достают, один кажется, остался, да? Выиграли. Да, один мой остался, где-то сидит. Подожди, это твой или нет, это не твой. Так он на спальне сидит. Он на спальне сидит, погоди. Это твой? Ты можешь на него порнуться, ты можешь на него порнуться. Да, это он был. А чё он на спавне-то сидел? Ну все, его убили, значит, все. Все? Ну все, твоя команда победила, братан. Хоть я тебя и убил, но твои ребята меня достреляли, да. Что скажешь, чё один раунд не хватит? Ну а ты как сам хочешь? Хочешь еще раунд? Я на самом просто... деле еще бы один раунд, да, сыграл. Ну, можно еще один раунд, просто придется все раскидать, там все оружки, нужно будет подождать. Ну давай. Так, ну что ж, ребятки, мы продолжаем, у нас, значит, вторая игра, в этот раз мы решили, что будет всего две жизни, то есть если нас два раза убивают, да, то есть мы все, мы заканчиваем, правильно, Эдис? Да, сразу же, ливаем. Сразу же, все, давай я дам отчет, давай, раз, два, три, поехали. Я первый, 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 мой сундук! Ах ты ж сволочь, ладно, я в другое место. Ты задал твой сундук? Да. Да, мэтт! Ладно. О, хорошо, у меня, кстати, ботинки еще одни. Я молчу. Че там у тебя? Что там все серьезно, все воруют свои? Да все с подносу просто тырят. Так, не заснайперите, пожалуйста. Так, так, донг, отойди, да я тут посмотрю, если кое-что есть интересное. Так, хорошо. Спасибо, спасибо, что у вас тут есть. Что это такое? Газовая граната какая-то. Оп, кого-то из твоих убил. У кого-то снайперка, да, как я понял? Да, в этот раз не повезло. Она хотя бы с патронами в этот раз. Так, все, да. Кто-то мою снайперку старотурил! Вы снайперку сперли? Кто? Да я не знаю, какой-то чувак там на первом этаже стоит. А нет, где это снайперка? Подожди, 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 подожди. Я видел чувака, но у меня была перезарядка, я его не убил. Так, скорборд хотя бы есть, это уже хорошо. Так, вижу парня кого-то. Прыгай, допрыгался. Вижу еще одного парня. Так, ну мои уже два раза. Прекрасно. Так, уже три раза. В этот раз три. Наши решили взять все в свои руки. Да, в этот раз я убил твоего снайпера, я убил твоего снайпера со снайперкой. Да дайте мне снайпу нормальную, пожалуйста. Нормальную снайпу? Нифига себе, что у тебя за запрос. Так, хорошо. Опа! Двух просто нашпиговал патронами. Не, ну ты жесткий. Слышь, можно моих так сильно не убивать, братан? Стреляйте, не стреляйте, я просто лутаюсь. Дай снайпу, дай снайпу, меня ид, меня ид! Меня ид, он у тебя снайпу просит, меня ид, дай снайпу, Эдис. Нет, его убили у меня на глазах. Это ты был. Я его даже сказал, Эйд, я тебя убил, как ты, я тебя убил? Не меня, ты его убил, у меня ида, который снайпу мне давал, ты прям на глазах у меня его убил. Да, он прямо на глазах у тебя умер. Так, а что-то я куда парня не могу убить, он завис. Этот Иц гречка, он, короче, газеечка завис, я по нему стрелял, стрелял, он не умирал, думаю, вот, ну у меня что, сервак завис, а это, кажется, чувак завис просто, а не ах сервак. Ты Сайлент Гоблин. Так, у Сайлент Гоблина Гоблин... уже два раза убили. Да, у него последняя. А, ну все, да, Сайлент Гоблин, ты все, ты проиграл, ты умер.
Тебя же два раза убили. Ого, двоечка. Два раза, да. Да, два раза, все, это смерть, чуваки. Это конец игры, если что. Держу в курсе, кто-то меня не помнит. Миниаид, дай снайпер. Миниаид, дай снайпер. Не, это не миниаид, это... Подожди, это не знаю, как какой-нибудь у него. Домах убил чувака, которому я целился. Домах, ты чё? Почему ты убиваешь людей, которых я так... меня зажали, я не знаю, что мне делать, меня зажали просто. Просто спрячься, просто спрячься, просто спрячься, просто спрячься. Ну, либо не спрячься, либо там это, пытайся как-то на себя их забайтить. А, ладно, я текаю. И это просто засели наверху. Все, минус! А, я два раза умер, все. Два раза? Я еще ни разу не сдох. Еще ни разу? Где ты был вообще? Да. Я наверху сам засел и стрелялся. Убивал снайперки. Снайперка, это же оружие богов. Подожди, как ты сюда залез? Так, а твои что на базе-то свои прячутся? Алло, я не понял, я что, для Альдемона одного говорил, что на базе сидеть нельзя? Так, ну все, пацаны, рашим их прямо под их базу. Они прямо на своей базе сидят. Там, в домике. Текай! Да, бежит. Минус. Один, короче, синий убегает, скоро будет на нашей базе, пацаны, на по верхнему уровню. Я его убил. Нет, нет, вас застрелили. Еще двое, да, остались? По идее, да, но у них, видимо, вылетело, поэтому они все. Хотя еще вот тролл, но он у него тоже две же. Все, мы вот всех твоих убили, два твоих полностью вылетели. Ладно, хорошо, тогда мне кажется. Ну я думаю, это ничья. Зайдемся на ничье, да. Да, в первой игре победил ты, во второй победил я, так что, ну, наша команда, твоя команда, моя команда. В первой игре вообще сдох не полностью, на твоя команда добила. Ну, там жесткая у нас с тобой заруба была, жесткая, я считаю. Вот, ну, как тебе вообще понравилось? Ну, мне, да, я на самом деле бы запилил бы еще продолжение, там уже посмотрим, как кто захочет. Да, ребята, ставьте ваши лайки, если хотите больше вот таких вот игр. Мы будем делать разные карты каждый раз, может, даже сделаем 25 на 25 замес. Ну, это прям уже жестко. А на этом, мне кажется, можно уже заканчивать данное видео, да? Да, давай. Да, так что увидимся, ребятки, в следующих роликах. Всем удачи, да и всем пока-пока. До свидос.